Приветствую, друзья, с вами Маракасси. Итак, сегодня я хотел бы показать бой на гридке. Ну а что, можно же иногда показывать не только бои на имбах, но еще и на каких-нибудь старых танках, которые, ну, в общем-то, не так уж и популярны сейчас, но, тем не менее, способны еще на кое-что. Ну и также хотел бы сообщить вам самую важную информацию мира танков. К чему стоит готовиться, какие, собственно, изменения нас ждут и что хорошего будет в игре, а что плохого. Начнем мы, наверное, с плохого. Ну, в общем-то, а почему бы и нет. И, собственно, игру запланили читеры. Давайте, в общем-то, ну, прямо говорить, потому что это проблема. Реально, я очень часто стал встречать в рандоме читеров. Это видно прям, ну, невооруженным взглядом, то есть читер, он выделяется среди других игроков во многих ситуациях. Да, когда-то можно ошибку какую-то совершить, ну, то есть предположить, что это читы, может быть, это и не читы, но во многих ситуациях, когда враги прям реально читерят, это прям видно невооруженным взглядом, и очень много реплеев на вот реплейсе с читерами. Так что, собственно, на самом деле, просто это начинает бесить. Зачем я это говорю? Ну, просто на самом деле с марта, по-моему, если не ошибаюсь, не было бана читеров. И вот после ранговых боев, по идее, должна быть серия банов читерам. Но пока что, вот недавно, собственно, выдали подарки для тех, кто участвовал в ранговых боях, и никаких банов читеров не было, что довольно-таки удивительно. И что вообще, дорогие друзья, творится? Wargaming решил больше не банить читеров, он решил отказаться от этой идеи. Совершенно непонятно. Будем ждать разъяснения от Wargaming, надеясь, что все-таки игра не скатится в читерство, потому что многие читеры уже начали реально читерить по-жесткому и совершенно ничего не боятся, ну, потому что наказание пока что и не видно, и когда оно будет, непонятно. Далее, что стоит отметить, это, конечно, подарки для ветеранов. По очень такой вот проверенной информации, подарки для ветеранов будут на следующей неделе. Если быть точным, то в четверг 28 числа. Собственно, в этот день наградят ветеранов игры, вероятнее всего. Есть, конечно, шанс ошибки, но он небольшой, то есть на следующей неделе точно должны объявить о подарках. И я поздравляю всех, кто давно играет в World of Tanks. И я не раз говорил, ребята, так как в этот раз будут учитываться параметры вовлеченности игрока в World of Tanks, собственно, нужно наигрывать бои. Если вот вы целый год не играли, то вам нужно сейчас вот, ну, все-таки почаще играть, чтобы хотя бы попасть в число тех, кто получит максимальные подарки для ветеранов. Похоже на то, что недостаточно быть просто вот там человеком, который зарегистрировался непонятно когда, там 10 лет назад, и получить все подарки на халяву. Теперь еще и будет учитываться, играет ли игрок часто в World of Tanks или нет. Такие вот дела. Среди главных подарков, конечно, числятся боны. Около 50 тысяч бон. По некоторым источникам даже 15 тысяч бон могут дать ветеранам. А также, конечно, танк премиумный. Опять-таки, по некоторой информации, это объект 777 вариант 2. По некоторой информации, это Hellcat 7 уровня, который, конечно, просто отвратительным подарком будет. Я надеюсь, что разработчики до такого не опустятся. Далее, конечно, количество серебра. Некоторое вы получите, там около где-то примерно 5 миллионов серебра, может быть, больше. И всякие нашивки, вероятно, возможность выбора 3D-стиля по бонус-коду. И специальный ЛБЗ для ветеранов. Так что в скором времени мы это все увидим. Ну, конечно, еще всякие там эмблемки, стиль, как я сказал. То есть все это будет. И пока что просто играем, то есть наслаждаемся игрой. И, в общем, будем активными ветеранами, а не теми, кто просто хейтит игру и, собственно, в нее не играет. Далее, что стоит отметить, это марафон по игре World of Tanks. Собственно, мы сможем получить прем-танк 8 уровня в скором времени. Уже довольно часто в рандоме разъезжает такой танк, как Е-75ТС. Его разработчики тестируют уже очень давно. Характеристики, я думаю, у него уже финальные.
он готов, собственно, к марафону. Танк весьма неплохой. У него не самая большая альфа, но и не маленькая 360. У него довольно крепкий лоб. От тяжелого танка Е75, только немного понерфленный. А также у этого танка неплохая подвижность. И в целом машина получается годная. Ко всему прочему, в марафоне, естественно, можно будет получить премиум аккаунт, что немаловажно. Резервы разнообразные, серебро, и, возможно, боны. То есть вот такие вот стандартные, короче, плюшки можно будет выполнить на 50%, например, марафон. А на 50%, собственно, купить этот танк, ну то есть по скидке. Такие вот дела. Далее, коробки новогодние. Очень многие спрашивают, какие, в общем-то, танки будут добавлены в новогодние коробки. Тут очевидно, что разработчики постараются добавить самые годные танки, самые желанные танки, как они часто делают. И даже какие-то запреты, которые они давным-давно сделали, они в данном случае работают плохо. Например, в прошлом году в коробках был Е25, хотя ВГ говорили, что больше его продавать не будут, но таким хитрым способом они обошли собственное обещание. А на этот раз многие ждут колесника, то есть его весь год не продавали, его можно было только получить по марафону, и вот все его ждут, так что, учитывая то, что это очень желанный танк, хоть и танк, который ломает особенно линию фронта и баланса в целом, все равно можно его ждать в новогодних коробках, так как ВГ, я думаю, пойдут ва-банк в данном случае. Также ждем танк 2 орудия, объекта 703-2. Танк весьма неплохой, 2 орудия, пока что вариант со 122 мм тестируется в основном, то есть, скорее всего, он и появится, но есть вероятность и 100-мм орудия. Также по классике защитник, Скорпион, Е25, Су-130 ПМ. И, естественно, куча разнообразных 3D-стилей. На этот раз разработчики реально не поленились и создали прям гигантское количество разнообразных 3D-стилей. Среди них есть весьма годные. Также, что стоит отметить, вы можете выиграть голду в этом видео. Вам всего лишь достаточно прокомментировать видос. И не забудьте досмотреть видео до конца. Также забегайте на сайт WotKit, и там сейчас идет глобальная распродажа к Черной Пятнице. 50% на все категории. Впервые такое за долгое время. Крайне выгодная распродажа и, в общем, весьма такие хорошие цены. А по моему промокоду вы еще и получите дополнительный бонус, скидку. Так что используйте это. Далее, что стоит отметить, это, конечно, помимо марафона, мы ждем сборку игрушек, то есть, как всегда, наряжать будем свой ангар новогодний. На этот раз количество разнообразных игрушек возрастет, будут разнообразные, естественно, стили за счет, ну, в общем-то, ну, сборки игрушек, то есть 3D-стили на этот раз можно будет получить разнообразные новогодние. Да, разработчики понемногу вводят в обиход 3D-стили, то есть их все становится больше и больше. Это связано с тем, что у ВГ было два выбора. Первый выбор — это вводить кастомизацию детальную, то есть чтобы игрок мог сам там вешать всякие мешки, всякие предметы на танк и так далее, то есть сам украшать свой танк. Но ВГ сказали, что отказались от этой идеи, потому что очень сильно это просаживает FPS. Решили они работать в сторону 3D-стилей, и, собственно, таким образом вы сможете себе украсить разнообразные не только премиум танки, но и прокачиваемые танки. Ко всему прочему, естественно, в новогодние вот эти вот праздники, новогоднее наступление 2020, можно, естественно, получить разнообразные прем танки. Вот сейчас я вот поиграл в линию фронта, и еще буду сегодня играть на втором своем канале. Заходите там, розыгрыш золота прямо на стриме, пропускайте отличную халяву, если что. И вот там даже золото тоже дают, то есть копя понемножечку золото, то там, то тут вы сможете накопить на как раз вот эту вот распродажу премтанков, которая будет прямо в ангаре. И, вероятно, премтанки будут за золото, что весьма даже хорошо, потому что это позволит нам, ну, в общем-то,
ту голду, которую мы накопили, потратить в нужном русле. Естественно, из новогодних коробок, помимо прем-танков и 3D-стилей, должна падать еще и голда. Но кто знает, возможно, разработчики на этот раз решат даже добавить, собственно, боны. Потому что многие просили в ЕГЭ добавить боны в продажу. Но они говорили, что нет, мы продавать их не будем. Но в данном случае, как говорили в ЕГЭ, если, собственно, можно получить боны там только за разнообразные активности. Ну, про Е25 они тоже говорили, что продавать его не будут. Но в итоге запихнули его в новогодние коробки. Поэтому я делаю вывод, что вполне вероятно, что ВГ додумается даже бонус запихнуть в новогодние коробки. Вообще, в новогодних коробках будет очень много разнообразной халявы, потому что, ну, это основной такой вот куш, который ВГ могут срубить на Новый год. То есть весь год они этого ждут, чтобы как следовать, так скажем, заработать. Ну, в принципе, нам-то, ну, это не так важно, потому что нам самое главное, чтобы из этих коробок реально падало что-то годное, там, самые годные прем-танки, чтобы вероятность там не порезали. И тут стоит отметить, что большинство считает, что покупать новогодние коробки нужно как раз первый день, потому что, ну, есть такое поверье, что в первый день вероятность получить разнообразные плюшки из коробок выше, потому что всякие вододелы, и не только, и обычные люди начинают записывать видео и выкладывать его на YouTube, как они открывают коробки эти. И, соответственно, если им падает много там всяких плюшек, они как бы демонстрируют все это публично. И, конечно, другие игроки задумываются о том, чтобы купить эти коробки. И в итоге потом, может быть, и не такие они выгодные будут. Но это не точно все, естественно, но тем не менее. Также мы до сих пор ждем АПА ИС-4 и Е100, но похоже, в этом году мы этого так и не дождемся, потому что не видно конца и края этому ребалансу снарядов и ХП танков. То есть непонятно, когда это все закончится. Похоже, ВГ надолго этим всем заморочились. И на этом все, друзья. Спасибо большое, что досмотрели данное видео до конца. Желаю вам удачи, до скорых встреч, пока!